Шаманские амулеты найдены в степях Забайкалья. Шаманизм, буддизм. Так. Подвеска. Видите, с одной стороны она обгорела. Костюмы шаманов сжигались или просто выкидывались. Также шаманы теряли в местах, где проходили обряды. Здесь вы видите, он треснутый. Форма для литья треснула, но мы все равно сделали ее. Вот эта подвесочка, она была на поверхности. Видите, она вот так вот из земли-то торчала. Выгорела от солнца, от погоды. Остальная часть была в земле. Колесо. Так, на этом мы видим льва, единорог, душит змею, корона. Это вот треснула она, была разбросана где-то на квадрате 50 на 50 сантиметров. Тут тоже вот львы, стражники лезут на дерево. И это тоже подвески. Похоже на панцирь черепахи или какого-то даже дракона. Вот. Вот тут по этой можно сразу сказать, что костюм уже отслужил свое, его сжигали. Плавленное, повело ее от большой температуры. Вот так вот. То же самое. Это уже целое. Вот так вот. Спасибо за внимание.